Откроем бесплатный сундучок. Ребятки, легендарка! Вы должны обязательно поставить лайк и подписаться на канал, чтобы вам также везло. Ребятки, это круто! Легос бесплатного! Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. Сегодня у меня будет очередной новый буст. Кстати, давно у меня не было буста в онлайн-атаке колод на таких аренах, потому что постоянно записываю на своем аккаунте, либо большие испытания, либо еще что-нибудь. Ну вот, давайте я верну эту рубрику, буду записывать разные бусты. Я вот недавно проводил опрос в группе своей, на какой арене вы находитесь. И, блин, я офигел, 80% находится еще на 10 арене. Поэтому, я думаю, будет видео полезно, как добраться до 11 арены. Также этот мне аккаунт нужно еще до 4к апнуть. Если вы хотите продолжение этого буста, то ставьте лайк и пишите в комментариях, что хотите. Я обязательно сниму еще какую-то колоду, еще онлайн-атаки. Также, ребята, пишите, с какой колодой вы хотите, к примеру, я вам скажу, я хочу там с лавой и с поизоном, да, там, или с гигантом и, я не знаю, с бревном. Ну, что-то в этом роде, я буду по топовым комментариям, по мнению большинства, стараться за вас, для вас записывать колоды. Давайте, набираем на этом ролике 2000 лайков, и следующий ролик выходит с вашей колодой, которую вы пожелаете. И обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну что, ребят, мне осталось всего лишь апнуть тут, ну, буквально 70-80 кубков. Я уже здесь поиграл, провел пару онлайн-атак, и чтобы выпуск не был слишком длинным, я вот оставил в интервале 3 победы, чтобы, ну, выпуск не был слишком длинным. 3 победы сделать, и будет 11 арена. Честно, не готовился ни с какой колодой, свою не составлял, тут у него уже были 5 колод составленных, и вот я остановился именно на этой. Неплохая дека, шарик плюс рыцарь, мне понравилось. Я контрил и големов, и гиганта, в общем, сейчас продемонстрирую. Поехали в бой, ребят, надеюсь, что все будет хорошо. 10 уровень нам подбирается. Итак, значит, что я в процессе игры выяснил, что проблема, наверное, в том заключается... только в прокачке карт игроков на этих кубках. Ну просто реально много людей не могут добраться до 4000. Я попытался, ну почему, понятное дело, что плохо играет или что-то там не понимает, но все равно, так много на 10 арене сидит еще. И я понял, что здесь реально перекачанные игроки, блин, ну вы посмотрите, 12 элитки, блин, 12 командки на моем аккаунте, так я на 5000 кубков сидел, 5200. Вы посмотрите, что элитки делают, вы посмотрите, сколько мне хитпоинтов снесли. Да тут даже меня бомбит уже, смотрите. Пух, реально. Так вот, это перекачанные игроки, и, блин, как я не вовремя выбросил шарик. Да. Чего? Еще и зеркало у него есть. Да ты вообще, блин, офигел. Смотрите, что он творит. Он абсолютно играет безграмотно, но, блин, у него это получается, потому что я по эликсиру просел. Пух. Как мне трудно, ребят. Я теперь понимаю, почему трудно и вам. Так, ну, на самом деле, дело все в том, что я туплю. Не надо было мне выбрасывать шарик. Я знаю, что тут дегенераты, оппоненты все. Блин, ну реально, с такой-то прокачкой сидеть. Ну, хотя 10 уровень вышки, это не так уж и много. Тут и 12 мне встречались. Давайте с помощью торнадо дефаться. Че уж там. А, еще криво, да, наверное? А, нет, нормально. Ну, ребят, 700 хитпоинтов, это несерьезно. Я не знаю, как тут выиграть, я уже тут обречен. Тут уже не выиграешь. Это разве что молния сейчас контрит элиту и этого колдуна. Ну да, по-другому никак. По-другому никак. Еще и рейджем он накрыл. Вот ему мало, да, мало идет юнитов, еще надо рейджем. Отличная игра, да пошел ты. Не знаю, честно, у меня нету никакого уважения к моему оппоненту. Вы уж извиняйте, если вы будете там бомбить, что... Я так к оппоненту отношусь. Ну, блин, реально. Пошел он с такой-то прокачкой, с такой-то колодой, блин, дурной. Так, ладно. У меня тут еще какие-то шансы, я вижу, нарисовались. Сравнять счет. Возможно. Да, ребят, ну вы посмотрите, что он творит. Просто посмотрите на это. Два хога выбросил. Так. Сейчас самое главное не затупить. Не затупить, что я, в принципе, и умею делать. Это у меня не отнять. Так, 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 стрелы быстрее, быстрее. Сейчас вторые миньоны пойдут, насколько я помню, да? Нет, 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 нет. Мы побеждаем на трешечку, да-да-да. Так тебе и надо, блин. Давайте потроллим его. Не знаю, меня бомбит. Бомбит от этих колод, серьезно. Я понимаю, что и вас, наверное, от этого бомбит. Давайте посмотрим, что у него тут. Что у него тут?
Не, ну прокачка не прям такая сверх какая-то там топовая. Но все-таки 9-е, 8-е рарки, 12-е комонки. Ай, да ладно, что мне обсуждать? Короче, поехали дальше. Че сидит ныть? Я не понимаю. Поехали. От этого ситуация не изменится. То, что мы порассуждаем, то, что он низко сидит для своих кубков, это все бессмысленное трата времени. Итак, 10-й уровень нам подбирается. Миньончики летят. Так, почему они в соло? Блин, думал шахтеру. Окей, ладно. Палачом убиваем. Так, так, так. Сейчас я вот думаю связку сделать. Вот такую вот. Такую вот связочку. Такс. Блин. Блин, ребятки. Но ничего. Вау, еще и торнадо. Да нет, только не это. Вот этого я больше всего боялся, ребята. Торнадо против шарика, но это все. Это ж не лава. Да хотя и лава бы тоже не... Ну не то, короче. Когда есть торнадо у противника, блин, я не знаю. Это плохо, это плохо. Так, а чем он мне урон нанес? Мушкой одной, да? Так, у меня сейчас такие карты. Даже не знаю, что сливать. Ну давайте скелетиков сольем. Поехали палача. Так, короче, знаете, что надо? Здесь не нужно мне лезть на его базу. Мне нужно дождаться его атаки с гигантом, естественно, и сделать контр. Ну, отдефаться и перейти в контр. Просто, ну, блин, вы видите, да, с торнадо у меня ничего не получится. Давайте бабахнем молнией тут. Раз, раз, отлично. Отлично, еще палач живет. Отлично, еще миньончиков задели. Так, 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 миньончиков дефать. Не, не буду, не буду. Если я сейчас задефаю миньончиков, мне потом гиганта будет нечем дефать. Так, ребятки, смотрите, поехали. Поехали в бой. Тут уже стоять я не вижу смысла. Он запнул. Так. Будет что? Блин. Ой, блин. Ну прям красота. Надеюсь, у него нету эликсира на гиганта. Оп. Все, задефались. Пока я лидирую. Но все равно идет как-то тяжело. Палач. Ну давай гиганта уже выбрасывай. Отлично, фух, слава богу, что он его выбросил у реки, а не комбинацию там свою собирал. Все, это отлично, мы сейчас задефаемся на изичах. Смотрите, ребят. Да где, где подкрепление? Я уже торнадо подготовил, что издеваешься, блин. Давайте палача. Ой, палача, банду. Ага, молния не достану, ну окей. Так, вот тут молния пойдет. Блин, ребят, понимаете, что я так не смогу ничего сделать ему, потому что торнадо будет так по КД юзать он. Поэтому надо что-то... Надо думать надо. Но молнии тоже не добью, это ж не ракета. Хотя вот смотрите, вот сейчас шанс. По-моему, вот сейчас тот самый шанс. Да, поехали, поехали. Давай, три миньончика, или что там у тебя? Так. Забираем вышку, давай забираем. Блин. Нет, не хватает, чуть-чуть не хватает. Видим, да, он прокручивается быстро. Так, ну я все подряд выбрасываю по инерции. Так, ну он сейчас поставит инферно. А нет, смотрите, шарик долетает, это победа, ребят, это все. Ничего он уже не сделает. Фух, потненько было, потненько, но я победил, это круто. Плюс 29 кубков, последняя игра осталась, ребятки. Последняя, сколько, 12 кубков, да? Не буду тянуть время, поехали сразу в бой. И вот уже 11-я арена, вот она уже рядом. Уже подбирается противник с этой арены. На 40 кубков выше он сидит от меня. Но ничего, ничего, это не показатель. Третья принцесса, ну ни хрена себе, третья легенды. Так. Так, 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 так. Валькирия. Окей, давайте шарик. Ну и молнию, наверное. Я не знаю, просто что у него там за колода. И приблизительно. Давайте вот тут так молнией. Бах, бах, бах. Отлично. А, не знаю, долетит или не долетит. Если ничего не подкинет. Он молнии, да? Он молнию остановил. Круто, ребят. Он потратил реально много эликсира. Хотя, мне кажется, мы наравне там сейчас. Я еще банду подкинул, правильно? А вот сейчас я в плюсе. Так, уже приблизительно нарисовалась мне его колода. Что я видел? Я видел гоблинов, я видел инферно, я видел молнию, валькирию и принцессу. Она как бы почти нарисовалась, но я как бы ее не знаю. Я такую деку не видел. Что у него там, наверное, еще гигант или что у него там? Я даже не знаю. Так, ладно, поехали. Поехали, поехали, едем. Так, сейчас будет инферно, да?
Или нет? Нет, давайте. Не, стрелы не буду, ребят. Стрелы не буду тратить. Пока еще... Пускай он еще какие-то карты подкинет 100%. Давайте тут вот так. А стрелы потратим... А там и не надо стрелы. Принцесса и так умрет. Круто. Блин, изич, вообще. Крутая дека, ребят. Поэтому задумайтесь, если вы вот хотите поиграть с шариком. Лава уже надоела, реально. Лава, шарик, это, блин, дефолтная уже дека. Я не вижу смысла ее постоянно юзать. Уже все привыкли ее контрить. Да, в принципе, и эту нетрудно контрить, если шарик. Ну, блин, прикольная все равно. Че я так просто рыцаря слил? Кто мне скажет? Ладно, не просто так уже. Отлично, миньонов забрали. Отлично. Так, что теперь? Теперь пойдет молния. Молния. Ах, блин, мне не хватает все равно. Эликсира мне не хватило. Так, это шахтер с всякими, видим, да, заходными картами в виде гоблинов. Хотя я не понимаю, почему, как можно использовать просто гоблина? Ведь банда гоблинов куда лучше. Ну, серьезно. Давайте, рыцарь. Ребят, я не знаю, мне, конечно, лучше сейчас тупо дефаться, но я попытаюсь еще и одамажить в это время. Давайте, давайте попробуем с помощью торнадо как-то отвлечь. Оп, отлично, рыцарь. Хорошо, 13 секунд остается. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ну, блин, понимаете, у него просто есть молния. Есть, я успел, победил. Все, ребята, все, буст завершен. Да, 32 кубка плюс 32. И все, мы находимся на 11 арене. Поздравляю, давайте откроем бесплатный сундучок. Ребятки, легендарка с бесплатного сундука. Мы выбил Лего. Ребятки, Лего с бесплатного сундука. Блин, круто. Вы должны обязательно поставить лайк и подписаться на канал, чтобы вам также везло. Ребятки, это круто. Лего с бесплатного сундука. Это жесть. Круто, ребята. Поэтому, чтобы вам тоже леги падали, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Обязательно, ребятки. Блин. Круто, я ему легус бесплатно выбил. Такое у меня вообще редко случается. Да еще и на видос. Запись хоть идет? Да, идет. Вот это концовка, ребята. И буст ему сделал, и легу выбил. Да еще и ночную ведьму, ребятки. Это крутая карта. Она пошла на второй уровень. Круто. Ребят, ну что ж, вы обязаны поставить лайк этому видосу. Это просто, ну, и колоду показал, и Лего выбил. И обязательно лайк ставьте и подписывайтесь, чтобы вам тоже везло. И колокольчик в чате, да, не забывайте. Ну что, ребят, на этом буду завершать. Если хотите продолжение буста, пишите в комментариях. Блин, я не знаю, я до сих пор не могу. Пишите в комментариях, на какой арене, с какой колодой. Заказывайте буст, если хотите. Ссылка там на цены будет на ВК мой в описании. На этом буду прощаться, спасибо всем за внимание, за просмотр, за поддержку, желаю удачи, до скорых встреч, скоро увидимся и, ребятки, всем пока!